Что же нам с тобой придумать? Тима, это мой телефон звонит. Мама! Алло. Таня, это ты? Блин, я ничего не понимаю. Что ты говоришь? Жесть какая-то. Вообще непонятно. Что там, пап? Не знаю, на, вот сам послушай. Уезжаемся, слушай. Я у меня уж не шире выгнуться. Оля, она же слушала. Я ничего не понимаю, на каком она языке говорит. Я не знаю, но одно радует. Это точно голос нашей мамы. Может, мы ей напишем смс? Хорошая идея. Давай попробуем. Все, готово. Надеюсь, получится. Что мы будем делать дальше? Чтобы не тратить время впустую, предлагаю осмотреть ближайший район. Вдруг мы найдем следы пропавших детей. А может, и самих детей? Верно. Только будем предельно осторожны. Кто знает, какие здесь нас ожидают еще сюрпризы. Пошли. Ой, Тима, даже не знаю, мы с тобой прошли уже несколько районов, а следов пропавших детей так и не смогли найти. Давай еще походим, я уверен, что они должны быть здесь. Ну хорошо, еще поищем, если что, возвращаемся к горке. Которых сожрала горка. Пойдем дальше. Может, это кукла той пропавшей девочки? Погоди, Тима, ты что-то там видел? Чья-то тень, бежим! Стой!